Привет подписчикам и привет всем, кто смотрит мое видео. Мы привыкли заправляться бензином, но высокие затраты на заправку заставляют задумываться об экономии. Особенно, если машина плотно связана с вашей деятельностью и приходится ездить много. Здесь и появляется возможность инвестировать в оборудование по переводу на газ и экономить на каждой заправке. Конечно, переход на пропан-бутан не лишен недостатков. Первый из них связан с гарантией на автомобиль. Даже при предъявлении всех положенных документов от установщиков, дилер, скорее всего, откажется в гарантийном бесплатном ремонте. Появление в машине второй топливной системы, как ни крути, достаточно серьезное вмешательство в конструкцию автомобиля. Поэтому не удивляйтесь, если, например, неисправности двигателя в официальном сервисе вам предложат устранить за свой счет. Давайте перечислим плюсы и минусы при переводе машины на газовое оборудование. Если что пропущу, добавьте в комментариях и обсудим эту тему. Чем она важна для вас, чем лучше, чем хуже. Плюсы перевода на газ. Первое. Заправка в 2 раза дешевле. Второе. Эксперты утверждают, что износ двигателя меньше. Двигатель работает плавно и тихо на сжиженном газе, так как смесь пропана с бутаном горит в цилиндрах двигателя дольше. Снижается нагрузка на коленвал или цилиндропоршневой группы. Третье. Автономный пробег больше. Газовая система питания автомобиля не исключает бензиновую. Бензиновая остается в полной мере, но к ней добавляется запас газового топлива. При этом расстояние, которое автомобиль может пройти без дозаправки, увеличивается до 2 раз. Четвертое. Выхлоп становится чище. Состав сжиженного нефтяного газа чище. В нем нет таких вредных добавок, как свинец и сера. В некоторых странах владельцы ГБО платят меньше налогов за свой автомобиль. Пятый. Ресурс двигателя увеличивается за счет меньшей нагрузки на мотор, вызванной большим октановым числом газа. Клапаны, свечи и поршни меньше изнашиваются. Эксперты называют увеличение срока эксплуатации двигателя на пробег до 200 тысяч километров, хотя тут у простых владельцев есть свое мнение. Минусы ГБО. Переводу машины на газ также сопутствуют сложности. Среди них. Первое. Высокая стоимость оборудования. Если оплатить оборудование и установку, сразу обходится немало. Второе. Свободного места в багажнике станет меньше. Правда, всего на запаску. Именно такой размер имеет стандартный тореодальный баллон. Третье. Необходимость регулярных техосмотров и периодического обслуживания. Этот минус можно рассматривать и с положительной стороны. Повышается самодисциплина водителя, и авто всегда в порядке. Четвертое. Есть еще одна скрытая проблема. Многие покупатели автомобилей еще не успев купить машину, начинают прикидывать, а дорого ли я ее продам. Так вот, наличие ГБО – это серьезный минус в глазах для некоторых будущих покупателей вашего авто. Она сразу же говорит о том, что автомобиль гоняли. Пятое. Без бензина все равно не обойтись.
Многие ошибочно полагают, что с переходом на Газпром бензин можно будет забить навсегда. Но это не так. Хотя бы потому, что пустить холодный двигатель на газы очень проблематично. Поэтому на газ переходят только после прогрева двигателя. Газовое оборудование последних поколений делают это автоматически. Шестое. Еще немножко аргументов против газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха, а потому любит скапливаться в ямах, подвалах и тому подобное. Любая утечка может стать смертельно опасной. Поэтому во многих подземных паркингах вас могут и не пустить. Любой приверженец газового топлива скажет вам, что газ не пахнет, и будет отчасти прав. Однако в их состав специально добавляют вещества с резким запахом. Они помогают мгновенно реагировать на утечку газа. Так что, если есть утечка, запах газа тоже будет присутствовать. Конечно, запах есть так и на бензиновом топливе, если есть утечка топлива. Другой повод дискуссии для противников и кто за это ресурс мотора. Здесь счет игры между противниками и сторонниками газа примерно равны. Газ не содержит сера, а потому не способствует образованию нагара. Но при ее сгорании образуется больше воды, которая может снижать характеристики моторного масла раньше времени. Выпускные клапаны моторов нагреваются на газе сильнее, потому что горит он медленнее. Итак, как поставить КБО, газовое оборудование, или не ввязываться? Если вы тратите на поездки больше часа в день, то установка КБО станет выгодным вложением. Если же машина чаще простаивает и тратит мало бензина, не устанавливается, так как цена оборудования долго окупается. Максимальную выгоду от перевода на газ вы получите, если не планируете продажу машины в ближайшие 2-3 года. Если расход бензина больше 10 литров на 100 километров. Перевод на газ экономически целесообразен тем, кто проезжает ежедневно большие расстояния или собирается пользоваться этим авто следующие 2 года. Доверьте установку газобаллонного оборудования только проверенным профессионалам. Сегодня сжатому газу пытаются помочь. Расширяется сеть метановых АЗС. ВАЗ и многие зарубежные известные автопроизводители серийно производят машины на газовом оборудовании, с которым не будет никаких бюрократических проблем. Поэтому общего ответа типа «переходить на газ или нет» не существует. Каждый должен принять собственное решение, исходя из своих потребностей и возможностей. Ну и в конце видео просьба подписаться на канал, жмите на колокольчик. Пишите, какие темы вам интересны и хотите обсудить. Спасибо всем за внимание и до скорой встречи.